В конце сентября во всем мире отмечают День туризма. В городском округе Люберцы эта дата не осталась незамеченной. Сотрудники музейно-выставочного комплекса провели для всех желающих познавательную экскурсию по знаковым местам города. Тему продолжит наш корреспондент. И вот мы с вами продвигаемся по улице Звуковой, которая сейчас полностью поменялась. Она стала таким центром города. Идем мы с вами в парк, который был основан, запоминайте, в 1705 году. И разбил его Александр Данилович Меншиков. Идемте. Центральный парк – одна из главных исторических реликвий городского округа Люберцы. Именно поэтому празднование Дня туризма стартовало здесь. Участники экскурсии под открытым небом узнали об интересных фактах, связанных с этой локацией. Познавательную беседу продолжили за чашечкой чая. Здорово, что нам сентябрь благоволит так замечательной погодой, что сегодня мы приготовили уникальную экскурсию по парку. Какой у нас сейчас замечательный город, как мы растем, как мы развиваемся. И это хочется показать всем и вся. Вот к нам приехали гости из Москвы, из ближайшего Подмосковья. Здесь не только люберецкие наши граждане. Следующая точка экскурсии – Люберецкий краеведческий музей. Кладезь ценной информации, где историю родного края можно не только услышать, но и увидеть. В этом проходе всегда существуют временные выставки. Вот как раз вот эта выставка, это она посвящена 400-летию города Люберцы. Что тут я из фондов вынула все те предметы, которые никогда посетители не видели. Чудесная экскурсия была по парку. Экскурсовод с абсолютно профессионализмом все это нам доходчиво рассказывает. Очень интересно. Спасибо. А вот сейчас вот в музее находимся, вот тоже великолепный музей. Я к своему стыду впервые здесь, вот, но думаю, что не последний раз буду осваивать все эти залы. Музейно-выставочный комплекс – ключевой объект внутреннего туризма в городском округе Люберцы. Он состоит из трех структурных подразделений – картинной галереи Люберецкого краеведческого музея и музея истории и культуры поселка Малаховка. Каждый год эти учреждения посещают более 20 тысяч человек, и каждый раз посетителей ждут новые интересные проекты. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.